Начало календарной весны. На термометре 2 градуса и сильный ветер. Но именно такую погоду и любят эти маленькие цветочки. Хрупкие на первый взгляд цикламены холод одобряют. Зацвели цикламены в этом году в конце января. Была очень теплая погода, способствовало началу цветения. Единичные появились цветущие растения. А после ударили морозы и выпали осадки. Снежная подушка и сохранила первоцветы. И вот уже на первых проталинках распустились нежные цветы. Массовое цветение, если будет тепло, в середине марта мы увидим великолепные ковры на центральной территории нашего сада. Прогуливаясь в ставропольских лесах и парках, этих малышей не встретишь. Краснокнижное растение Краснодарского края в наш регион завезли в 60-х. И вот цикламен кавказский более чем за полвека прекрасно прижился в непростом ставропольском климате. У этих малышей есть очень близкие родственники. Это цикламены комнатные, и отличаются они в основном размером. В помещениях растения и цветы, и листья намного больше. Но, как и их сородичи, они очень любят прохладу, поэтому цветением радуют только зимой. А вот летом отбрасывают листья и уходят в спячку, хотя тоже требуют прохлады. Долгожданные подснежники пока ставропольцев не радуют. Ростки уже появились на территории лесов, но все еще скрыты под снегом. Вслед за цикламеном, скажем так, зацветут морозники, разные виды морозника, которые присутствуют в нашей коллекции. Но в данном случае мы наблюдаем с вами морозник кавказский. Это редкий исчезающий вид Ставропольского края. И это лишь первые бутоны. Совсем скоро погода начнет радовать жителей Ставрополья, а значит и природа вокруг расцветет. В ближайшие выходные дни погода на Ставрополье будет соответствовать сезону. В ночные часы температура ожидается от 0 до плюс 5, возможно, осадки в виде дождя и мокрого снега. А вот на следующей рабочей неделе уже будет погода более весенняя. Температура воздуха повысится до плюс 7-12, а в праздничный день 8 марта будет плюс 10-15 и без осадков. С нетерпением ждут солнечных деньков Виктория Шкальная, Роман Выстороп и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.